ты светлая радость горит. Кого гармошка разволнует своей открытой душой, тому сегодня подарю я кусочек счастья небольшой. И пусть звучат ее напевы здесь, по Ширяеву селу. Пусть знают взрослые и дети, поют гармонии, быть добру. Не глядит на Волгу месяц, наклонился над селом, над Ширяевым селом. Весело, 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 жить бы в нем. Рязанской есть крестьянское село. Лишь о том, о нем. Когда-то баба родила рязанского скотального пита. В Константинове селе стоит церковь у реки. В ней Есенина крестили и Сергеем нарекли. Худощавый, низкорослый, сред ребят, сред мальчишек он герой. Часто он с разбитым носом приходил к себе домой. По прямой шел к Минашке, к Милашке он домой, тихеньким прогонщиком с гармошкой, с колокольчиком. Ох, беда, 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 моя тальяночка худа, надо б денег накопить, тальянку новую купить. В Саратове городе дороги, хороши, но дороги. Вот и я держу гармошку, звонкую, игристую. Расскажу я вам немножко про нашу жизнь российскую.
пение, под гармошечку висели, а сейчас наоборот, техника за всех поет. Было времечко трудились. Было времечко трудились, в полную силу, с песнею, за что власти наградили нищенской пенсией. Пошел и купил собачку. Этой пенсии хватило ей и мне на жвачку. Пришлось продать собачку. Сейчас получше стали жить. Переменно пища, утром чай, в обед чаек, а вечером чаище. Вот она чудо, не кричит, и я молчу, но за каждый час молчания по червончику плачу. Пригласила меня теща за дровами съездить в рощу, в рощу я всегда готов наломать немало дров. Буду продолжать играть, народ веселить и гармошкой лечить. Я не знаю.